Всем привет, сегодня у нас воскресенье, 11 мая, сейчас уже вечер, но на улице очень теплая погода, поэтому я сижу на балконе, вот немножко тут пивом балуюсь, а также читал газету и, конечно же, комментарии на ютубе. И что хочу вам сказать, что очень многие люди пишут и удивляются, почему в Германии такие дешевые цены на продукты питания. Например, в отличие от России или от других стран бывшего Советского Союза. Я очень долго думал, как ответить на этот вопрос. Вопрос это довольно сложный, и ответить на него практически нереально. Цена на продукты в Германии зависит от очень множества факторов, от экономической политики страны, и все это перечислять просто нереально. Но все же попробую хоть как-то что-то объяснить. Нашел вот такую вот статейку на просторах интернета. Я потом немножко ее зачитаю. Скажу вам так, что все думают, что в Германии очень дешевые продукты. На самом деле это не так. Есть магазины как с дешевыми продуктами, а также есть и магазины, скажем так, с биопродуктами, где продукты без ГМО, и там продукты довольно дорогие. Например, в таких магазинах, как, не знаю, Кайзерс, да, и также другие существуют. Вообще немцы это такой народ, который, скажем так, очень любит покушать, хорошо и плотно покушать. Это не секрет. Например, если вы приехали в Германию, зашли в какой-нибудь кафе или ресторанчик, не удивляйтесь, что вам принесут довольно большую конкретную такую порцию. Ну, конечно же, цена на продукты такая низкая не потому, что немцы любят поесть, конечно же, нет. Это я просто сказал, как, чтобы вы имели небольшое представление. Например, в Германии существует такая фишка, как пониженный налог на продукты питания. То есть пониженный НДС на продукты питания. Но он действует не на все продукты, например, на алкоголь, на табачные изделия или просто на напитки. НДС составляет 19%, а на простые продукты 7%. Но тоже не на все, я не буду сейчас перечислять конкретно какие. Но все-таки цена меняется, да? Или 7% вы платите, или вы платите 19%. Ну и, конечно же, очень хорошо отлажено само производство. И, например, очень многие фермеры получают неплохие дотации, поэтому цена на продукты, окончательная цена на продукты остается довольно низкой. Без дотаций, конечно же, цены в супермаркетах были бы гораздо больше, чем есть сейчас. Ну и, конечно, существенную роль в цене играет то, где произведен сам товар. Например, товары, которые привезены в Германию из-за границы, стоят, как правило, дороже. И местные товары всегда стоят немножко дешевле. А немцы считаются большими патриотами, и поэтому они охотно покупают именно местные товары и поддерживают, так сказать, государственного производителя. Ведь, например, люди очень часто сравнивают цены на пиво, на сыр, вот мне написали. Ну, всем известно, что привезти пиво тоже не бесплатно. И, допустим, если в Германии пиво стоит 80 центов, конечно же, оно в России будет стоить евро или больше. Ни для кого не секрет, да? Но почему-то получается так, люди вот пишут, что, допустим, в Германии бутылка пива стоит 80 центов, а того же пива Шофер-Хофер, а цена в Россию составляет около 2 евро или даже больше. Но я не знаю, как это называется. Я могу это назвать только спекуляцией, больше никак. Просто наживаются на своих же людях. Я просто не знаю, как сказать, ну, чтобы не обидеть тех людей, которые живут в других странах. Но ни для кого, наверное, не секрет, что в наше время миром правят деньги. И все люди стремятся заработать как можно больше денег. И, конечно же, цена на продукты зависит от этих людей. Я назову этих людей спекулянты, больше никак их не назвать, которые накручивают в 2 или в 3 раза цену на продукты и стремятся заработать миллионы. Я считаю, это неправильно. Я не знаю, как обстоят дела в Германии со спекулянтами. Конечно же, они есть везде, но я думаю, все-таки здесь люди не стремятся так заработать на своем народе. Даже если товар импортный, привезен с другой стороны, то я думаю, здесь не очень сильно накручивают цену.
Но это всего лишь мое мнение, я никому его не навязываю. Если я кого-то обидел, сразу извиняюсь. Но как-то так вот лично я думаю, почему цены на продукты питания в Германии дешевле, чем в других странах, скажем так, бывшего Советского Союза или в России. И также, как я уже говорил, я нашел небольшую статейку на просторах интернета, и сейчас вам немножко ее зачитаю. Там тоже немного говорится, почему цены на продукты питания дешевле, чем в других странах. Ну вот, собственно, статья, которую я нашел в интернете. Сейчас вам немножко ее зачитаю. Значит, да, Германия занимает первое место в еврозоне по доступности продуктов питания. Даже импортная продукция в немецких магазинах порой дешевле, чем в самой стране производителя. А на самом деле так оно и есть. Я часто замечал, и это правда. Цены на некоторые виды продовольствия в Германии в два раза ниже, чем, например, в соседней Франции. Причина того, что продукты питания на прилавках немецких магазинов самые дешевые в Европе, кроется в жесткой конкуренции сетей супермаркетов-дискаунтеров. Значит, дискаунтеры – это такие супермаркеты, например, как Netto, Lidl, Aldi, Penny и множество других. В ценовой войне коммерсантов выигрывает потребитель, отмечают эксперты. Поскольку граждане ФРГ закупают в среднем 42% продуктов питания именно в таких супермаркетах. По мнению специалистов, европейским производством фирменной продукции приходится считаться с тем, что немцы менее прихотливы в потребности пищи, чем, например, французы. Я тоже согласен с этим. И если они не чувствуют особой разницы в качестве продукции, то предпочтут товар неизвестного производителя по более низкой цене. Это тоже правда, как говорил мой знакомый друг немец, alle Deutsche müssen sparen. То есть каждый немец должен экономить. Но экспертам, например, французским, которые адаптируют цены к немецкому потребительскому рынку, не остается ничего иного, кроме как компенсировать потери за счет покупателей в собственных странах. Ну вот такое вот небольшое видео получилось, не знаю, что там у меня вышло. Как мог, я попытался немножко ответить на вопрос, чтобы они имели небольшое представление, почему все же цена в Германии намного дешевле, чем в других странах бывшего Советского Союза или, например, в России. Как мог, я высказал свое мнение и как думаю я. Еще раз повторюсь, никому свое мнение я не навязываю, это лишь мое мнение. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.